финишный завод группы технологической цепочки. То есть вся та продукция, которая изготавливается на других заводах предприятия ПАО «КамАЗ», она реализуется уже здесь, финишный продукт. Площадь завода составляет более 100 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день здесь работает 5700 человек. На данном конвейере собирается 70 автомобилей в смену. Это К5 наш новый автомобиль. Сейчас я буду делать тест-драйв на КамАЗе, грузовике нового поколения. Yes! Поехали! Лошадей. 430. Да. Как в управлении? Управление нормально, да? Давай. Спасибо большое, очень приятно. Главное. Спасибо. Вам спасибо. Я поехал просто, небольшая экскурсия на новой модели КамАЗа, и вдруг я увидел знакомую машину. У вас КамАЗ с чем ассоциируется, как компания? Не машина конкретно, а вообще? Ну, вы знаете, я много раз говорил, и в спорте, и в классической музыке, в культуре очень много пересечений. Я бы сравнил это с симфоническим оркестром, на самом деле. Вот директор Сергей Анатольевич, как говорят, дирижер, главный дирижер оркестра. Вообще, по стилю музыки, я думаю, что это что-то такое из Прокофьева и Шостаковича, такое мощное, такое динамичное, экспрессивное. Это я под огромным впечатлением, конечно. Браво всем!